Здравствуйте, друзья! В этом году, очень холодный май. Вот такое сегодня небо. Хотя уже 17 мая и, по идее, должно потеплеть. Несколько дней назад прошли заморозки. Сейчас покажу вам мои томатики. В одной теплице вот они просто немножко пожелтели, но, в принципе, и держатся. А в другой теплице, конечно, печально. Вот они так вот их побило листья. Холодом, морозом. Ну, что делать? Плохо, что заморозки еще обещают вот ближайший сегодня, может, даже завтра. Ну, огурцы так вроде нормально. Они у меня еще вот под крышками такими. Пока нормально все. Перцы тоже. Перцы как-то пережили лучше, чем томаты. В общем, буду сейчас утеплять. Начало сезона не сказать, что хорошее. Но всем удачи!